Тихо, тише. Итак, человек с другом, богатством, красотой, силой и знанием, а также согласившись взять с собой добродетель, пошли по жизненному пути. Идет человек, а время пролетает. Да, быстро двигались стрелки часов, мелькали изо дня, недели, месяцы, годы, проходили чередой. Но однажды дух сказал человеку неожиданную новость. Как же я предстану?
Yeah.